Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Darkest Dungeon. И вот сижу и думаю, ребят, а куда бы нам с вами рвануть? Просто жесть какая-то. Может быть, в руины? Так, в руинах мы практически все с вами облазили. И у нас остался лишь великий некромант. Ага. Так, хорошо, давайте что-нибудь полегче, наверное, возьмем. Так, подводная команда. Это у нас в бухте. Подводная. Я помню, промокшая была, а тут какая-то подводная. Ну, по-моему, это те самые ребята и есть. Подводная команда, да? Так, у нас здесь ветеран. А здесь у нас что? Учение. Кстати, пока воры и разбойники стреляют из пушки на старой дороге, город так и остается отрезанным от торговых путей. Уничтожьте эту адскую машину. Убить 8-футовую пушку, блин. Ну что ж, давайте, ребята, с вами сходим и посмотрим, что это у нас за пушка. Так, возьмем щитобойца. Наверное, возьмем с вами рыцаря. Так, у рыцаря что стоит? Так, отлично, все вроде бы хорошо. У щитобойца тоже нормуль. Так, и нужны нам хил. Хил, пойдешь? Нет, это не хочет идти с нами. Плохо, что не хочет. И где же нам тогда брать... давай возьмем вот так тогда с вами. И... Чумной. Нет, чумного не надо, наверное. Хотя... Почему не надо? Давайте возьмем чумного с собой. Так, у него ничего не одето. 15 к шансу оглушения. Фиг знает. Давай так сделаем. И... 8 меткости. Вот так. Погоди-ка. Во, вот этого. Он же у нас отравляет. А тут еще и 40 к шансу отравляющего навыка. Вот так вот. Ну что, берем припасы и вперед. Так, у нас здесь хворост, значит, будет привал. Значит, возьмем с вами побольше жрачки. Естественно, возьмем побольше факелов. Все, по-моему. Не знаю, давай возьмем бинты. Честно говоря, я не знаю, что там эта пушка будет делать. Что она себе там представляет? Так, один ключ. Все, я думаю, этого достаточно. Поехали, ребят. Чаще. Простой люд по своей природе любит сплетничать, и жители города не были исключением. Слухи о моем сумрачном гении и тайных раскопках положили начало местным легендам. Я все чаще нарушал общественные табу, и почтение превратилось в негодование. На городской площади начал собираться недовольный люд. Ага, и поэтому он, наверное, придумал эту пушку, да, чтобы разгонять люд недовольный. Пахнет серой и порохом, а машина войны совсем близко. Слушай, машина войны, мне совсем это не нравится, блин. Что это такое у нас? Сокровища здесь у нас какие-то. Где? Оу, карта здесь совсем-совсем не маленькая. Мне почему-то кажется, что он будет вон там. Хотя я могу и ошибаться, ребят. Мы лопату взяли с собой? Хрен там, блин. Хрен мы. Ай, щет. Ну, естественно, кучу стресса получили. Лопаты нет, получай кучу стресса. Этого нет, получай пошиячину. Давай еще багрянку мне тут засандальте по полной программе. Так, хорошо. Держись, чумной. Давай-ка вот этих гадов траванем с тобой. И еще вот так вот. Нормуль. Оскорбительное равнодушие, как будто меня это трогает как-то. Так, ага, отметку повесили на нас, ладно. Так, сбор крови. Давай только без проклятий всяких. Так, давай-ка мы, наверное, приговор сделаем. Бинго. Отлично. Забираем все. Ставим свою формацию, как у нас была. И двигаемся дальше. Тут спокойно, и это хорошо, ребята. Слушайте, я не знаю, честно говоря, где он, в какой. Может быть, он и здесь находится. Может быть, я пойду вот сюда пройдусь. На всякий случай.
Так, факел тухнет. Это нам не нужно. Ё-моё, опять эти гады здесь, а? Получите и распишитесь. Так, комарик, да, опять. Он докопался до моего этого, блин, чумного. Так, получите еще бомбочку с ядовитым газом. Так, равнодушие. Почему-то все на чумного. Почему они так его ненавидят, а? Минус двоечка. Так, что ты там? Слюни пускаешь. Ну что, читаем, ребята? Приговор. Ха. Снесло их. Словно ветром. Забираем. И пошли отсюда побыстрее. Тут тишина. Странно. Неужели не в том направлении иду, а, ребят? Так, перекусите, обязательно перекусите. Ну-ка, что здесь у нас? Денежка, отлично. Да-да-да. Ядовитая ловушка, да? Нет. Обычная. А может быть, ядовитая, просто мы увернулись. Ага, четыре пса. Четыре пса, и это... Вот так вот будем с ними разбираться сейчас. Ты посмотри, что-то не то, ребят. Все время они на чумного нападают. Смотри-ка, уклонились шавки-то. Щитобой, давай уклоняйся у меня. Вот, видишь, как чумной делает. Вот так и тебе надо. Давай их травить. Да, яд их неплохо колбасит. Ну, 5 за раунд. Это шикарно, я считаю. Так, вот это плохо. Это мы, ребята, излечиваем сразу же. Зачитываем приговор. Минус 2. Так, и... Блин, ходит, да? Бешеный бросок. Ладно, пускай делает. Оу, на 4, крит. Неплохо, опять крови. Так, чумной, у тебя же вроде бы... Есть излечение от кровоизлияния, насколько я помню, поэтому надо его использовать. Вот оно, лечи. Отлично, спасибо, доктор. Так, и хилимся. Вообще шикарно. Так, ну что, добиваем эту шапку и двигаемся дальше. Деньги, деньги нам нужны. Так, что у нас здесь, кстати? Карта, да? Ну, давай посмотрим, где, может, покажут, где у нас тут босс будет. Вот он. Отлично, ребята. Значит, мы в том направлении идем. Так, тихо, тут у нас грибы. Это у нас ловушка ядовитая. Так, щитобой, сдавай-ка. Обезвредили. Зашибись. Так, мешок пуст. Стычка, не стычка, что будет сейчас, ребят? Конечно же, стычка. Как же без нее-то? Так, ну-ка. Метнем копьишко. Теперь вот так вот сделаем. Ай, как им не нравится, а? Как им не нравится. И... Все, эти два трупа готовы, ребят. Во имя древних богов. Ну, мне, в принципе, плевать. Главное, что здесь нет стрессовиков, ребята. С физухой мы еще как-то можем с вами тут справиться. Но вот когда мы всякие получаем там паранойи или испуг, или еще что-нибудь в этом роде, вот это уже, поверьте мне, в разы хуже, чем какой-то там урон. Урон можно подхилить. Вау. Так, что это у нас такое здесь? Проверим. Ага, герою придали сил. Двигаемся с вами дальше. Двигаемся напрямую, ребята, к боссу пойдем. Перекусить. Ой, нет, 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 только не... Блин, надо было кучу лопат, ребята, брать с собой. И стресс, пошел, 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 пошел. Целая куча стресса. Не буду я здесь трогать. Так, ну что, ребята, надо... Мы можем сделать привал. Нет, уже мы не сделаем никакой привал. Давай вот так вот просто с тобой отхилимся. Как только можно. Так.
Так. Все, ребят, заходим. И смотрим, что это за 8-футовая пушка. Оу. Так, что же нам здесь делать? Так, ну-ка. Еще траванули. 6 урона за раунд. А если мы вот так... О, погоди-ка, мне же вот это надо. Хотя бы одного снесли. Пушка это, наверняка, сейчас будет бомбить. И не по-детски, я чувствую. Апперкот режущий. Хрен тебе. И еле стою на ногах. Да ладно тебе прикидываться, блин. Ну-ка, снесли. Осталась пушка. 8-футовая. Подкрепление. Да ладно, всех что ли? Блин. Слушайте, а пушки-то пофиг на отравление. Хорошо, тогда мы будем с вами... Сколько урона? 4-7. Блин, так хреново. Давай этому тогда. Ой, он уклонился, ребята. Приговор. Ага, приговор на пушку. Действует замечательно тогда. Так, дай-ка я вот так вот сделаю. Слушайте, если я сейчас уничтожу, он, наверное, каждый раз будет вызывать это подкрепление. Эта пушка. Фитиль горит. Эй. Тихо, 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 тихо. Бум. Уклонились мои ребята, ё-моё. Так, опять вызывает подкрепление. Главное, что, блин, фитиль горит. Так. Ну, давай попробуем так пробить. Так, 8. Сколько здоровья у пушки? 76, всего лишь, ребята, всего лишь 76. Я не считаю, что это так много. 6, 11. Ну-ка, на 11 пробили. Заточка. Не попал. Так, ну. Подкрепление, опять ага, вот этот дурило, который поджигает фитили. Хорошо, бьем вот так, ребята. С фитилем снесли, который поджигает пушку. И теперь вот так вот. Отлично. Так, мне нужно пушку гасить, блин. Это терпимо еще, ребята. Ну, кровопотеря, конечно, это хреново, но тем не менее. 4-7. Слепящий газ. А зачем он нам нужен? Не знаю, ребят. Он нам абсолютно не нужен. Так, ты давай там поменьше гундось и побольше наноси урона. Блин, по минималке сейчас ударили. 6. Подкрепление. Опять этих с фитилем. Сейчас чувак будет поджигать наверняка пушку. Но мы ему не дадим, ребят, смотрите. Давай, на передний. Вот так вот. Нечего тебе там стоять сзади пушки. И наслаждаться жизнью, да? Так, давайте я, наверное, вот этого хмыря добью. На всякий случай. И еще раз по пушке. Почему по минимуму бьем-то? Заточка. Хрен тебе, не заточка. Опять подкрепление. Опять чувака с фитилем, да? Точнее, с этой фигней, фитиль у пушки. А этот придурок у нас поджигает. Так, я думаю, что вот так сделаем мы с вами. Хорошо-то как, а? Успеет поджечь? Наверное, не успеет. Все это подкрепление к чертям собачьим летит. Сейчас будет подкрепление вызывать опять, нет? Нет, ребята, наш ход, и мы бомбим на 9. Все, осталось всего лишь 10 здоровья у этой пушки. Не-не-не-не, это тебе не поможет. Ты уж извини. Поздно. Так, и надеюсь, добьем. Да. Вот тебе и вся пушка, ребята. У меня нету места под что здесь у нас к навыку кровотечения. К шансу. Для дикарки. Хорошо, что мы можем здесь убрать у себя? Ну вот это естественно.
Все, задание выполнено. Но, ребята, здесь, если честно, очень много еще на карте штук вкусных. Поэтому я думаю, что мы можем, в принципе, даже сходить прогуляться, посмотреть. Может быть, конечно, и зря мы идем туда, но согласитесь, вот эти вот всякие купчие, гербы, это все нам нужно. Так, ладно, давай попробуем. Шикарно. Так, кто? А, я не ходят. Сейчас начнется отравление, станы. Ну, если, конечно, попадут. Так. Ну, давай, подхилимся, хрен с ним. Вот это вот меня, конечно, удивляет. Он когда хилит, вешает кровотечение. Зачем? Ума не приложу, ребят. Так, давай-ка мы вот здесь вот подлезем. Ой, ну ладно, в принципе, нормуль. И перекусим. Туда мы с вами не пойдем, в самую даль, потому что это будет накладно нам и... Ловушка, блин, яд. Хрен вам. Ну а здесь... Добыча какая? Ключ. Он забрал это все себе, ребята. Он не к нам, а именно к себе в карман забрал. То есть просто прогорело. Ага, смотрите, два стрессовика и два сектанта у нас. Ну что же, давай попробуем вот так вот. Отлично. Минус стрессовик. А еще... А, нет, не получится. Ну пускай постекает кровью. Так, этого говнюка поближе, как говорится, к нам. Вот здесь ему самое место. Пускай стоит здесь. Погоди-ка, вот так мы сделаем. Так, как раз ключик мы на этот сундучок с вами как раз и истратим. Так, уклонились, молодцы. Так, ну что, наверное, вот этого. Бинго, добили. И остался последний охламон. Черт, на дорожку, как говорится, попал все-таки мне, да? Даже кровоизлияние повесил. Ну, мы его добиваем, ребят. Все. Это все забираем. Ладно, хорошо, уговорил. Так, и ключ тратим сюда. Вот то, что нужно, ребята. Вот, а теперь можно и выходить отсюда. Сколько чего мы сейчас... Заработали с вами 4500 за квест. И по заданию еще 5200. Ну, я считаю, что это хорошо, ребят. Так, что мы получаем здесь с вами? Так, безошибочность и медленные рефлексы. Хорошо. Здесь булимия. На 20% лечения будет получать меньше он у нас. Это отличный навык. Все, в принципе, ничего страшного такого сильного у нас нету. Все довольно терпимо. Наемники есть какие-нибудь? Вот, ребята, наконец-то, вот он мне и нужен был, этот наемник. Надо будет его, естественно, одеть, раскачать. Вот он со своим крюком. Come on here, да, как это? Иди сюда, в Mortal Kombat. Так, смотрите-ка. Ох ты, ничего себе, 22 тысячи, это что такое? 30% к ловушкам, к разведке. Да ну фигня какая-то. Так, а здесь печать мученика. Это у нас, по-моему, ребята... А, наверное, все могут носить, да. Прикольная штука. Сколько? 22 500. Мы, кстати, можем ее купить. Или у нас такая есть? Я сейчас гляну, ребят. Точно не вспомню. Оно? Нет, не оно. Слушайте, а давайте продавать. Чё мы действительно? Я хочу приобрести ее, блин. Ух ты, это что такое у нас? Маска берсерка. Это только для прокаженного. 10 к душевному подъему. 33 к получаемому лечению. Прокаженный это вот это у нас, по-моему, да? Угу. Зато 10% криту и 3 к скорости. Офигеть. Ладно, подумаем мы в дальнейшем над этим.
Так, ну здесь, видите, ребята, здесь при смерти 60 к урону, 15 к криту. Это когда он при смерти. А в такие, в обычные, ничего ровным счетом не влияет. И 12 сопротивления смертельному удару. А это что такое? Так, ладно, ребят, тогда мы, наверное, перебьемся. Хотя, подожди-ка, у нас здесь что есть? Вот это вот надо все зарабатывать. А для этого нам нужно идти, сами знаете, куда? На мельницу. Валить мельника. А он, гад, все время берет меня стрессом. Нету ничего такого, ребята, чтобы можно было бы снимать стресс. Понимаете? Так, сопротивление яду, уклонение, уклонение. Давай вот это лечить обязательно. Понимаете, если бы у нас что-то было такое, как сказать, к атаке. Опять к уклонению, да что ж такое-то? Йо, вот это жесть, какая-то офигенная болячка-то у него там. Так, вампирский дух. Лечи, лечи, все это лечи. Так, и кто еще у нас тут есть? Вот, есть. Уныние. Вот так вот. Мы что-нибудь можем с вами здесь получить? Ничегошечки. Хорошо, а что у нас тогда по заданиям, если мы сейчас с вами глянем? Так, здесь у нас исследование. А вот здесь тоже исследование, ребят. Подводная команда, ветеран, средняя. Слушайте, ну я думаю, что вот это будет у нас, наверное, в следующей серии. Так что, ребятушки, всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся и продолжим играть в эту игру. Всем пока и удачи! Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Darkest Dungeon. И вот сижу и думаю, ребят, а куда бы нам с вами рвануть? Просто жесть какая-то. Может быть, в руины? Так, в руинах мы практически все с вами облазили. И у нас остался лишь великий некромант. Ага. Так, хорошо, давайте чуть полегче, наверное, возьмем. Так, подводная команда. Это у нас в бухте. Подводная. Я помню, промокшая была, а тут какая-то подводная. Ну, по-моему, это те самые ребята и есть. Подводная команда, да? Так, у нас здесь ветеран. А здесь у нас что? Учение. Кстати, пока воры и разбойники стреляют из пушки на старой дороге, город так и остается отрезанным от торговых путей. Уничтожьте эту адскую машину. Убить 8-футовую машину. Ой, пушку, блин. Ну что ж, давайте, ребята, с вами сходим и посмотрим, что это у нас за пушка. Так, возьмем щитобойца. Наверное, возьмем с вами рыцаря. Так, у рыцаря что стоит? Так, отлично, все вроде бы хорошо. У щитобойца тоже нормуль. Так, и нужны нам хил. Хил, пойдешь? Нет, это не хочет идти с нами. Плохо, что не хочет. И где же нам тогда брать... давай возьмем вот так тогда с вами. И чумной. Нет, чумного не надо, наверное. Хотя, почему не надо? Давайте возьмем чумного с собой. Так, у него ничего не одето. 15 к шансу оглушения. Фиг знает, давай так сделаем. И 8 меткости. Вот так. Погоди-ка. Во, вот этого. Он же у нас отравляет. А тут еще и 40 к шансу отравляющего навыка. Вот так вот. Ну что, берем припасы и вперед. Так, у нас здесь хор, значит, будет привал. Значит, возьмем с вами побольше жрачки. Естественно, возьмем побольше факелов. Все, по-моему. Не знаю, давай возьмем бинты. Честно говоря, я не знаю, что там эта пушка будет делать. Что она себе там представляет. Так, один ключ. Все, я думаю, этого достаточно. Поехали, ребят. Чаще.
Простой люд по своей природе любит сплетничать, и жители города не были исключением. Слухи о моем сумрачном гении и тайных раскопках положили начало местным легендам. Я все чаще нарушал общественные табу, и почтение превратилось в негодование. На городской площади начал собираться недовольный люд. Ага, и поэтому он, наверное, придумал эту пушку, да, чтобы разгонять люд недовольный. Пахнет серой и порохом, а машина войны совсем близко. Слушай, машина войны, мне совсем это не нравится, блин. Что это такое у нас? Сокровища здесь у нас какие-то. Где? Оу, карта здесь совсем-совсем не маленькая. Мне почему-то кажется, что он будет вон там. Хотя я могу и ошибаться, ребят. Мы лопату взяли с собой? Хрен там, блин, хрен мы. Ай, щет. Ну, естественно, кучу стресса получили. Лопаты нет, получай кучу стресса. Этого нет, получай пошиячину. Давай еще багрянку мне тут засандальте по полной программе. Так, хорошо. Держись, чумной. Давай-ка вот этих гадов траванем с тобой. И еще вот так вот. Нормуль. Оскорбительное равнодушие. Как будто меня это трогает как-то. Так, ага, отметку повесили на нас. Ладно. Так, сбор крови. Давай только без проклятий всяких. Так, давай-ка мы, наверное, приговор сделаем. Бинго. Отлично. Забираем все. Ставим свою формацию, как у нас была. И двигаемся дальше. Тут спокойно. И это хорошо, ребята. Слушайте, я не знаю, честно говоря, где он, в какой. Может быть, он и здесь находится. А может быть, я пойду вот сюда пройдусь. На всякий случай. Так, факел тухнет. Это нам не нужно. Ё-моё, опять эти гады здесь, а? Получите и распишитесь. Так, комарик, да, опять. Он докопался до моего этого, блин, чумного. Так, получите еще бомбочку с ядовитым газом. Так, равнодушие. Почему-то все на чумного. Почему они так его ненавидят, а? Минус двоечка. Так, что ты там слюни пускаешь? Ну что, читаем, ребята. Приговор. Снесло их словно ветром. Забираем. И пошли отсюда побыстрее. Тут тишина. Странно. Неужели не в том направлении иду, а, ребят? Так, перекусите, обязательно перекусите. Ну-ка, что здесь у нас? Денежка, отлично. Да-да-да. Ядовитая ловушка, да? Нет. Обычная. А может быть, ядовитая, просто мы увернулись. Ага, четыре пса. Четыре пса, и это... Вот так вот будем с ними разбираться сейчас. Ты посмотри, что-то не то, ребят. Все время они на чумного нападают. Смотри-ка, уклонились шавки-то. Щитобой, давай уклоняйся у меня. Вот, видишь, как чумной делает. Вот так и тебе надо. Давай их травить. Да, яд их неплохо колбасит. Ну, 5 за раунд. Это шикарно, я считаю. Так, вот это плохо. Это мы, ребята, излечиваем сразу же. Зачитываем приговор. Минус 2. Так, и... Блин, ходит, да? Бешеный бросок. Ладно, пускай делает. Оу, на 4, крит. Неплохо, опять кровы. Так, чумной, у тебя же вроде бы... Есть излечение от кровоизлияния, насколько я помню. Поэтому надо его использовать. Вот оно, лечи. Отлично, спасибо, доктор.
Так, и хилимся. Вообще шикарно. Так, ну что, добиваем эту шапку и двигаемся дальше. Деньги, деньги нам нужны. Так, что у нас здесь, кстати? Карта, да? Ну, давай посмотрим, где, может, покажут, где у нас тут босс будет. Вот он. Отлично, ребята. Значит, мы в том направлении идем. Так, тихо, тут у нас грибы. Это у нас ловушка ядовитая. Так, щитобой, давай-ка. Обезвредили. Зашибись. Так, мешок пуст. Стычка, не стычка, что будет сейчас, ребят? Конечно же, стычка. Как же без нее-то? Так, ну-ка, метнем копьишко. Теперь вот так вот сделаем. Ай, как им не нравится, а? Как им не нравится. И... все, эти два трупа готовы, ребят. Во имя древних богов. Ну, мне, в принципе, плевать. Главное, что здесь нету стрессовиков, ребята. С физухой мы еще как-то можем с вами тут справиться. Но вот когда мы всякие получаем там паранойи или испуг, или еще что-нибудь в этом роде, вот это уже, поверьте мне, в разы хуже, чем какой-то там урон. Урон можно подхилить. Вау. Так, что это у нас такое здесь? Проверим. Ага, герою придали сил. Двигаемся с вами дальше. Двигаемся напрямую, ребята, к боссу пойдем. Перекусить. Ой, нет, 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 только не, блин. Надо было кучу лопат, ребята, брать с собой. И стресс, пошел, 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 пошел. Целая куча стресса. Не буду я здесь трогать. Так, ну что, ребята, надо. Мы можем сделать привал. Нет, уже мы не сделаем никакой привал. Давай вот так вот просто с тобой отхилимся. Как только можно. Так. Так. Все, ребят, заходим. И смотрим, что это за 8-футовая пушка. Оу. Так, что же нам здесь делать? Так, ну-ка. Еще траванули. 6 урона за раунд. А если мы вот так... О, погоди-ка, погоди-ка, погоди-ка. Мне же вот это надо. Хотя бы одного снесли. Пушка эта наверняка сейчас будет бомбить. И не по-детски, я чувствую. Апперкот режущий. Хрен тебе. И еле стою на ногах. Да ладно тебе прикидываться, блин. Ну-ка, снесли. Осталась пушка. 8-футовая. Подкрепление. Да ладно, всех что ли? Блин. Слушайте, а пушки-то пофиг на отравление. Хорошо, тогда мы будем с вами. Сколько урона? 4-7. Блин, так хреново. Давай этому тогда. Ой, он уклонился, ребята. Приговор. Ага, приговор на пушку действует замечательно тогда. Так, дай-ка я вот так вот сделаю. Слушайте, если я сейчас уничтожу, он, наверное, каждый раз будет вызывать это подкрепление, эта пушка. Фитиль горит. Эй. Тихо, 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 бум. Уклонились мои ребята, ё-моё. Так, опять вызывает подкрепление. Главное, что, блин, фитиль горит. Так. Ну, давай попробуем так пробить. Так, 8. Сколько здоровья у пушки? 76. Всего лишь, ребята, всего лишь 76. Я не считаю, что это так много. 6-11. Ну-ка, на 11 пробили. Заточка. Не попал. Так, ну... подкрепление, опять фитиль. Ага, вот этот дурило, который поджигает фитили. Хорошо, бьем вот так, ребята. Ха, с фитилем снесли, который поджигает пушку. И теперь
Вот так вот. Отлично. Так, мне нужно пушку гасить, блин. Это терпимо еще, ребята. Ну, кровопотеря, конечно, это хреново, но тем не менее. 4,7. Слепящий газ. А зачем он нам нужен? Не знаю, ребят. Он нам абсолютно не нужен. Так, ты давай там поменьше гундось и побольше наноси урона. Блин, по минималке сейчас ударили. 6. Подкрепление. Опять этих с фитилем. Сейчас чувак будет поджигать наверняка пушку. Но мы ему не дадим, ребят, смотрите. Давай, на передний. Вот так вот. Нечего тебе там стоять сзади пушки и наслаждаться жизнью, да? Так, давайте я, наверное, вот этого хмыря добью. На всякий случай. И еще раз по пушке. Почему по минимуму бьем-то? Заточка. Хрен тебе, не заточка. Опять подкрепление. Опять чувака с фитилем, да? Точнее, с этой фигней, фитилю пушки. А этот придурок у нас поджигает. Так, я думаю, что вот так сделаем мы с вами. Хорошо-то как, а? Успеет поджечь? Наверное, не успеет. Все это подкрепление к чертям собачьим летит. Сейчас будет подкрепление вызывать опять, нет? Нет, ребята, наш ход, и мы бомбим на 9. Все, осталось всего лишь 10 здоровья у этой пушки. Не-не-не-не, это тебе не поможет. Ты уж извини. Поздно. Так, и надеюсь, добьем. Да. Вот тебе и вся пушка, ребята. У меня нету места под что здесь у нас? К навыку кровотечения. К шансу. Для дикарки. Хорошо, что мы можем здесь убрать у себя? Ну вот это естественно. Все, задание выполнено. Но, ребята, здесь, если честно, очень много еще на карте штук вкусных. Поэтому я думаю, что мы можем, в принципе, даже сходить прогуляться. Посмотреть. Может быть, конечно, и зря мы идем туда. Но, согласитесь, вот эти вот всякие купчие, гербы, это все нам нужно. Так. Ладно, давай попробуем. Шикарно. Так, кто? А, я не ходил. Сейчас начнется отравление, станы. Ну, если, конечно, попадут. Так. Ну, давай, подхилимся, хрен с ним. Вот это вот меня, конечно, удивляет. Он когда хилит, вешает кровотечение. Зачем? Ума не приложу, ребят. Так, давай-ка мы вот здесь вот подле... Ой, ну ладно, в принципе, нормуль. И перекусим. Туда мы с вами не пойдем, в самую даль, потому что это будет наклада нам и... Ловушка, блин, яд. Хрен вам. Ну а здесь... Добыча какая? Ключ. Он забрал это все себе, ребята. Он не к нам, а именно к себе в карман забрал. То есть, просто прогорело. Ага, смотрите, два стрессовика и два сектанта у нас. Ну что же, давай попробуем вот так вот. Отлично. Минус стрессовик. А еще... А, нет, не получится. Ну пускай постекает кровью. Так, этого говнюка поближе, как говорится, к нам. Вот здесь ему самое место. Пускай стоит здесь. Погоди-ка, вот так мы сделаем. Так, как раз ключик мы на этот сундучок с вами как раз и истратим. Так, уклонились, молодцы. Так, ну что, наверное, вот этого. Бинго. Добили. И остался последний охламон. Черт, на дорожку, как говорится, попал все-таки мне, да? Даже кровоизлияние повесил. Ну, мы его добиваем, ребят.
Все. Это все забираем. Ладно, хорошо, уговорил. Так, и ключ тратим сюда. Вот то, что нужно, ребята. Вот, а теперь можно и выходить отсюда. Сколько чего мы сейчас заработали с вами? 4500 за квест. И по заданию еще 5200. Ну, я считаю, что это хорошо, ребят. Так, что мы получаем здесь с вами? Так, безошибочность и медленные рефлексы. Хорошо. Здесь булимия. На 20% лечения будет получать меньше он у нас. Это отличный навык. Все, в принципе, ничего страшного такого сильного у нас нету. Все довольно терпимо. Наемники есть какие-нибудь? Вот, ребята, наконец-то, вот он мне и нужен был, этот наемник. Надо будет его, естественно, одеть, раскачать. Вот он с своим крюком. Come on, here, да, как это? Иди сюда, в Mortal Kombat. Так, смотрите-ка. Ох ты, ничего себе, 22 тысячи, это что такое? 30% к ловушкам, к разведке, да ну фигня какая-то. Так, а здесь печать мученика. Это у нас, по-моему, ребята... А, наверное, все могут носить, да. Прикольная штука. Сколько? 22 500. Мы, кстати, можем ее купить. Или у нас такая есть? Я сейчас гляну, ребят. Точно не вспомню. Оно? Нет, не оно. Слушайте, а давайте продавать. Чё мы действительно? Я хочу приобрести ее. Блин, ух ты, это что такое у нас? Маска берсерка. Это только для прокаженного. 10 к душевному подъему, 33 к получаемому лечению. Прокаженный — это вот это у нас, по-моему, да? Угу. Зато 10% к криту и 3 к скорости. Офигеть. Ладно. Подумаем мы в дальнейшем над этим. Так, ну здесь, видите, ребята, здесь при смерти 60 к урону, 15 к криту. Это когда он при смерти. А в такие, в обычные, ничего ровным счетом не влияет. И 12 сопротивления смертельному удару. А это что такое? Так, ладно, ребят, тогда мы, наверное, перебьемся. Хотя, подожди-ка, у нас здесь что есть? Вот это вот надо все зарабатывать. А для этого нам нужно идти, сами знаете куда. На мельницу. Валить мельника. А он, гад, все время берет меня стрессом. Нету ничего такого, ребята, чтобы можно было бы снимать стресс. Понимаете? Так, сопротивление яду, уклонение, уклонение. Давай вот это лечить обязательно. Понимаете? Если бы у нас что-то было такое, как сказать, к атаке. Опять к уклонению, да что ж такое-то? Йоу, вот это жесть какая-то. Офигенная болячка-то у него там. Так, вампирский дух. Лечи, лечи, все это лечи. Так, и кто еще у нас тут есть? Вот, есть. Уныние. Вот так вот. Мы что-нибудь можем с вами здесь получить? Ничегошечки. Хорошо, а что у нас тогда по заданиям, если мы сейчас с вами глянем? Так, здесь у нас исследование. А вот здесь тоже исследование, ребят. Подводная команда, ветеран, средняя. Слушайте, ну я думаю, что вот это будет у нас, наверное, в следующей серии. Так что, ребятушки, всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся и продолжим играть в эту игру. Всем пока и удачи.